Данный материал содержит элементы рекламы. Генеральный спонсор показа «Nescafe». Приветствуем вас в новом дне, в новом утре. Здравствуйте. Здравствуйте, наши дорогие горячо любимые. Всегда люблю, когда Таис Разумовская говорит «в новом дне». Да, это мы по старое поводу... пробили, знаешь, и на нижнее переместились. Это по поводу каких-то новых законов, да, скажи да, мне, да? Да, конечно. В Афганистане так точно. Дмитрий Спиваков сегодня с вами также. Тут в наличии. Да, частично еще... присутствует. Не факт, что полностью с этим разберемся по ходу программы. Nescafe Classic с нами есть и новости, которые прилетают из иных стран. Я не знаю, про Афганистан. Афганистан, когда начинаем говорить, мне кажется, тут кроме как про опиум, говорить-то больше нечем. А есть, оказывается, еще. Смотри, давай, жги. Что-то еще выращивают, а? Да-да-да. А знаешь, что выращивают? Всякие приметы какие-нибудь. Специи. Нет, я говорю про приметы. Специи посыпать батончик героином. Ладно, в Афганистане больше не будут выдавать автомобильные номера с числом 39 из-за того, что оно является неэтичным в глазах общественности. 3-9. Что тут неэтичного? А я и говорю про приметы не зря, между прочим. Предрассудки они тоже нарастили себе. Вот огромное количество. Слушай, если говорить про страны, где есть предрассудки, то, по-моему, Афганистан – это прямо один из номеров один. Ну вот. Один из номеров один. Да. Да просят меня представители магазина. Спокойно. Ты вообще про Афганистан не шути, пожалуйста. Просто всякий случай. В смысле? Ты еще скажи про Колумбию. Ничего не говори. Про Колумбию кокаин. Ничего не говори. Не надо. Ладно, все, молчу, извините. Так вот, дело в том, почему мы говорим о предрассудках, что число 39 в Афганистане ассоциируется с проституцией. Согласно легенде, какой-то там притче, когда-то в городе давно, Герат, в одном отдаленном Айауле было ровно 39 жриц любви. Нет, не совсем, примерно. В одном черном-черном городе, в квартире номер 39, жил сутенер, город черный носил название Герат. Так вот, а в его автомобильном номере тоже присутствовали цифры 3 и 9. Со временем эта история распространилась по всей стране, вызвав у населения отторжение к этим цифрам. Прости, но говорить про город в Афганистане, называть его черным, это как минимум неэтично. Дмитрий, я надеялась, что ты просто не обратишь внимания на это. Так, ты рассказала, что там жил... Да. Ассоциация сутенеров в Афганистане является оскорбительной и даже может привести к серьезным последствиям. По словам Салеха, большинство жителей выступают против номеров с этим числом, что вызвало даже рост коррупции в стране. Казалось бы. Люди готовы в Афганистане заплатить до $300, чтобы числа 39 в номерной табличке вашего автомобиля попросту не было. И это все из-за какой-то истории, из-за какой-то ассоциации, то есть из-за какой-то буквально действительно предрассудок и примета. Вы только представьте, уже на официальном государственном уровне номера автомобильные с числом 39 выдаваться не будут. Вот я, кстати, собирался на своем автомобиле поехать попутешествовать немножко. Ну, до вот, пандемии. До вот Афганистана этого всего. Доедешь? 639. Нет, не езжай туда, не надо. А то, знаешь, все такие сидят, ага, вот я, конечно, человек. Ну, ты выглядишь тоже, знаешь, так брутальненько. А с другой стороны, там тебя за свои. Я просто себе подумал, знаешь, представил тур выходного дня. Афганистан. Маковые поля. Что мы еще посмотрели в Афганистане? Да. Не знаю. Но, в общем, с мечтания об этом и из других полезных новостей начинаем наше утро. Сегодня, 26 января, в народе отмечается Ермилов день. Вот всем Ермилам сейчас привет. Мало ли, может, нет-нет, там один-два да найдутся у нас. Этот день по случаю холодов. Надо, полагается, не то что надо, полагается проводить дома и внимательно наблюдать за кошкой. А все дело в том, что по поведению кошки в народных приметах можно определить погоду. Например, если кошка сворачивается клубочком и прячет свой носик, либо в лапки, либо в хвостик, ей холодно, то следует ожидать холодов. Ой, смотри, какая интересная примета. То есть ты можешь менять прогноз погоды на ближайшие месяцы, просто добавляя или убавляя отопление на котле. Да, ну в общем, что еще празднуем сегодня, об этом расскажем далее. Ежегодно 26 января во всем мире отмечается Международный день таможенника. Этот праздник – не только повод для подведения итогов работы за год и составления планов на предстоящий, но и привлечения внимания общественности к значимости роли таможни в экономическом и социальном развитии общества. Сегодня свой профессиональный праздник отмечает более 800 тысяч человек. Такова общая численность таможенников во всем мире.
Сегодня также отмечается День карамели с арахисом. Десерт относится к числу первых в истории сладостей. Его приготовление требует некоторой сноровки. В большинстве рецептов указывается, что нужно обзавестись специальным термометром и постоянно следить за температурой. На результат может повлиять даже погода. Если готовить карамель с арахисом в теплый влажный день, то блюдо может потерять форму. Чтобы отпраздновать Национальный день карамели с арахисом, приготовьте ее самостоятельно или купите в любимой кондитерской. День Австралии – национальный и любимейший праздник австралийцев, знаменует начало освоения зеленого континента европейцами. В этот день по всей стране воспроизводится высадка первого флота, проходят многочисленные регаты и парады. Празднование знаменуют многочисленные фейерверки. Самые большие световые шоу ежегодно проходят в третьем по величине городе страны – Перте. Черный чай, говорят, деактивирует коронавирус в слюне человека. Только в слюне? Да. А что, если брать этим черным чаем теперь вместо дезинфектанта поливать все? Нет, не совсем Ладно, так это сахара. Работает. Да, вот именно, то прилипнешь к полу, никуда не пойдешь. К такому выводу пришли ученые из медицинского университета Киото. Так, отмечается, что при обработке чайных листьев используют биологически активные соединения. Образуются. Да, не используют, образуются. Я уж испугался за качество чая. Они отличаются в зависимости от сортов чая. Но ученые обнаружили, что... галат эпигалокатехин. Это было первое. Далее, теофлавин 3, 3-дигалат и азинесин. Способны выключить коронавирус. Я это сделал. Если кто-то в этот момент включил телевизор. Привет химикам, да. Он просто услышал набор букв, не связанных между собой. И подумал, может, я какой-то исландский канал включил, там, я не знаю. Вместе с тем, специалисты отметили, что данный эффект может быть краткосрочен. Важно определить, как долго будет продолжаться противовирусный эффект чая, прежде чем вирус снова накопится в слюне и достигнет достаточно высокого уровня для передачи инфекции другим людям. Смотри, то же самое, что и с вакциной. Они сделали, говорят, вакцина – это панацея, все классное, лепим вакцину, а потом говорят, ну, вы знаете, как бы, ну, может быть, через полгодика и перестанет действовать. И все таки в смысле? Вот так-то. Да вот так, может, вместо вакцины чай колоть, он и то дешевле. Облизывать так точно, во всяком случае, полоскать. Облизывать, ученые считают, что если эффект продлится несколько часов, то чай можно... рекомендовать в качестве напитка или для полоскания, чтобы снизить заболеваемость COVID-19. Они призвали провести исследование и проверить действие напитка на коронавирус в организме человека. Вот британские ученые сейчас порадуются. Мне говорят, наконец-то еще одно исследование мы с удовольствием проведем. Уже и киотцы вот подключились. В общем, целуйтесь теперь только набрав в рот чая, чтобы слюной своей друг друга не заражать. Microsoft, компания, вложила 2 миллиарда долларов во что? В будущие какие-то там нанотехнологии, а? Покорение просто... космоса? Давай, выдай. Нет, сейчас, надо набрать воздух в легкие. В разработчика авто без руля и педалей. Вот, наконец-то и купили АвтоВАЗ. Я подготовил эту шуточку. Ну, а как без этого? Я не понимаю, зачем? То есть, вот, ну, просто вот обратитесь, вам бесплатно все эти технологии отдадут. Да, вот именно. Вам надо. Без руля и педалей. Молодцы, ребята. Вообще, во что современные автомобили превращаются? Нет, ну, в корыто, которое будет ехать, да. Ну, собственно, мы возвращаемся к живому транспорту. Привет, 18 век, да. И я про вот это, тебе корыто, вот колесики, как бы, и да. Едешь. В 2020 году, в начале его, был анонсирован прототип беспилотного шаттла Cruise Origin. В компании заявили, что робомобиль готов к серийному производству, но пока его будут тестировать на закрытых площадках. Там бы его и оставили, на закрытых площадках. Ну, хочется, если ты ведешь автомобиль, хочется вести его. Вот я понимаю, что, может быть, там это как-то влияет на безопасность, да и черт с ним. Электробус предназначен для полностью автономных пассажироперевозок. У него нет капота. Так. Точно АвтоВАЗ. Пассажирских окон и боковых зеркал. Подожди, а пассажирские окна чем мешают-то, если это для пассажироперевозок? Им страшно, понимаешь? Они едут как бы... И просто молятся. Напомни, пожалуйста, как называется? Не попоны, а шоры у лошади. Да, вот точно так же как бы, ну, на всякий случай, чтобы не испортили салон. 2 миллиарда вложили, значит, может, окупят.
Квоты на обучение в России для иностранных абитуриентов давно уже стали приятной традицией. В этом году квоты увеличены. Какие еще изменения приготовили для нас российские партнеры? Об этом узнаем прямо сейчас. В представительстве Россотрудничества в Молдове провели брифинг. В этом году правительство России выделило для молдавских студентов порядка 500 квот. Прием заявок и документов на бесплатное обучение осуществляется через специализированную информационную систему educationinrussia.com. Регистрация уже началась и будет открыта до 20 февраля включительно. Желающим принять участие в отборе необходимо зарегистрироваться в данной информационной системе путем заполнения заявки анкеты и загрузки в личный кабинет необходимых документов. С перечнем документов все желающие могут ознакомиться на сайте представительства Россотрудничества в Республике Молдова. Каждый абитуриент имеет право отправить документы на поступление в 6 вузов. Отборочная кампания будет проходить в 2 этапа. Первый этап проводит представительство Россотрудничества в Молдове в формате тестирования для кандидатов на бакалавриат и специалитет и в форме конкурса портфолио для кандидатов в магистратуру, ординатуру и аспирантуру. По результатам испытаний формируется список кандидатов в соответствии с выделенной квотой. Второй этап отбора проводится российскими вузами. Человек, прошедший первый этап отбора, будет, его портфолио будет рассмотрено вузом, который он обозначил в качестве приоритетного. Если по тем или иным причинам вуз не готов отобрать данного кандидата, то по следующей очередности данное портфолио будет рассмотрено в других вузах. Отборочные испытания для кандидатов на бакалавриат и специалитет состоятся в онлайн-формате в период с 3 по 15 марта. Информацию о графике тестирования можно посмотреть на сайте представительства Россотрудничества в Молдове. Что за зима? Я не могу... Прекрасная, тепленькая. Зимних развлечений. И не надо, и замечательно. Никому снежком в глаз не закулить. Грязи только. Да. В общем, зато в Канаде развлекаются прям вовсю. О, да. Житель Оттавы, напомню, это в Канаде, Брайден Гибсон собрал ранец для скоростного катания на коньках. Теперь озеро он пролетает за рекордные 1.5 секунды. С этим агрегатом по льду можно передвигаться со скоростью около 40 км/ч. Неплохо. Я жду, когда этот ранец придет в хоккей. Да-да-да. Потому да, что да. Тогда, если знаешь, вот того, кто подает максимально большое количество ударов в ворота, которые попадают в ворота, то есть называют бомбардирами и в футболе, и в хоккее. Угу. А тут он вместе с этой шайбой. Как заводит ранец, как полетел. Ужас. Да. Это уже не бомбардир, это бомбардировщик. Да-да-да. Брайден рассказал, что на разработку такого рюкзака скоростного его вдохновил опыт создателей дистанционно управляемых лодок и самолетов. Устройство Брайдена состоит из пропеллера. Вот он, Карлсон. Прикольно. Канадский Карлсон. Ага. Да. Состоит из пропеллера, двигателя от газонокосилки, триммера, который находится на деревянном каркасе. То есть он не только удачно пролетать через хоккеистов может. Да. Обрить их поможет. Крушить их направо и налево. Да. Все это находится в деревянном каркасе по типу рюкзака. Лямки для своего реактивного ранца он позаимствовал у дешевого портфеля. Весит эта конструкция всего-то 6 килограммов. Здорово. Чудесное утро вторника. Мне так нравится, знаешь, сегодняшнее наше настроение. Это легкая неадекватность, да? Она всегда присутствует, но сегодня прям вот прям концентрация тяжелая, какая-то. Да, есть такое. Так я что, надеюсь, если что прощайте нас. Да, что мы чуть-чуть сейчас успокоимся с тобой, одумаемся, подумаем о нервной системе и терпении наших великодушных зрителей и вернемся с адекватными новостями. Небольшая рекламная пауза в нашем эфире. Отдохните пока от нас, скоро вернемся. Генеральный спонсор показа «Нескафе». Новое утро. Новый кофе «Нескафе Классик». Теперь с молотой арабикой. Богатый аромат. Новый вкус пробуждает все ваши чувства каждое утро. Раскройте все богатство вкуса и аромата нового Nescafé Classic. Теперь с молотой арабикой.
Данный материал содержит элементы рекламы. Генеральный спонсор показа «Nescafe». Праздники позади, и теперь вопрос очень актуальный, чем же питаться? Да, потому что все продукты-то они закончились, да, то есть все съели. Ну, правда, давно уже, конечно, все съели, нельзя прям так говорить. То есть нет-нет, уже пару раз в магазин поездили, да-да, но все равно. Вот вопрос, когда организм на 80% состоит из оливье, надо же как-то потихонечку это все выводить, и вот тут как раз особо популярными становятся кабачок и брокколи. Внезапно, да, в Италии и в России набирают огромную популярность, причем в любых видах, в сочетании либо по отдельности. Напрасно вы думали, что только к пасте у итальянцев трепетное отношение. Неподдельный восторг вызывает брокколи. Только послушайте, как формой растения восхищается повар. Переворачиваем брокколи и отрезаем соцветия вот таким образом, чтобы получились красивые бутоны. Итальянки, как и наши женщины, к капусте тоже неравнодушны. Потому при любой возможности вместо куста роз в саду посадят брокколи. Мы уже собрали первый урожай. Дам привлекает содержание зеленых бутонов, поэтому больше не верьте итальянкам, когда они говорят, что красота и молодость кроются в вине или спагетти. Все дело в брокколи, которую называют королевой капусты. Пополнив ряды ее почитателей, вы забудете, что такое плохой холестерин, отравляющий сердце и кровь. Все за счет холина и метионина. Каротиноиды улучшат зрение, кальций укрепит кости, а спектр витаминов группы В поможет нервной системе. Витамины группы В участвуют во множестве важных процессов в организме, в частности, в энергетическом обмене, в процессе деления клеток и так далее. Особенно налегать на брокколи нужно жителям мегаполисов. Сульфасаразин выводит канцерогены, которые провоцируют раковые опухоли. Но и в сезон простуд лимон с чаем замените порцией капусты. По химическому составу в нем высокое содержание витамина С. В среднем содержится от 80 микрограмм, что примерно в два раза больше, чем в цитрусовых. Правда, чтобы полезных веществ оставалось много, брокколи нужно есть сырой. Не удивляйтесь, просто учитесь готовить овощ правильно. Итальянцы для этой цели видоизменили карпаччо. И теперь вместо говядины на блюдо кладут тонкие полоски капусты. Вот такой толщины получается слайс, он хорош тем, что легко промаринуется и будет готов к употреблению. Далее слайсы поливают кисловатым соусом. Это смягчит мякоть брокколи, которая тверже огуречной. Какой приятный свежий вкус брокколи получается. Да. А соус усиливает, да, этот вкус и подчеркивает? Да, потому что там и лимонный сок есть. Не чесночок. Только не увлекайтесь. Из-за обилия сырой клетчатки, которая провоцирует вздутие живота, организм спасибо не скажет. Но раз вы решили хоть иногда быть сыроедом, возьмите и кабачок. Тем более мякоть у него более нежная. Руку к этому специально приложили селекционеры. Если вы обратили внимание на в магазинах, то он стал более нежный, стал, да, перестала быть та дубовая корка, которые они менее легкие, конечно, они более нежные. Кстати, из кабачка с помощью спиролайзера, так называют блендер, делают отличные спагетти, которые ни одну фигуру не испортят. Получается вот такие вот овощные спагетти. Отправляем их в наш маринад и доливаем оставшимся, в состав которого входит соевый соус, натуральный яблочный уксус, оливковое масло, чесночок. Маринуется кабачок минут 10. Дальше добавляйте болгарский перец, морковь, мясо и не терзайте себя за добавку, ведь в порции брокколи или кабачка всего 30 калорий. Ежегодно в конце января в мире отмечают день... Я разобрать не могу, что тут написано. А все потому, что не от руки написано. Ладно, нет, именно потому, что от руки, потому что печатный. Я бы все... Ладно, тут печатный текст, нормально. День почерка отмечают. Как говорят, то, что курица лапой. Вот именно. Ты давно вообще от руки что-то писал? Я не помню. Вот ты. Ладно, я в последнее время вот от руки единственное, что пишу, я, знаешь, вот закорючку там в банке где-то оставляешь, и все. И правда. А зачем нам это? Мы отучились. День ручного письма сегодня не наш с тобой праздник, но этот праздник учрежден с целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нем и отрабатывать красивый почерк. Ой, подожди. И о неповторимости каждого человека. Уникальность письма – это сейчас к врачам. Да. Реальный случай. То есть была ситуация, когда я получил рецепт от врача. То есть надо было купить определенных таблеток. И я, значит, захожу в первую аптеку, потому что я реально не понимаю, что там написано. Это знаешь, как американцы не понимают, когда в русском языке пишут шиншилла. Да-да-да-да-да-да. Вот это вот. Я подхожу, я думаю, ну, наверное, фармацевт поймет. Ага. Почему? Ну, у них же как бы, ну, их... Да. Их шифр врачебный. А как вы думаете, чему фармацевтов учат 5 лет? И что? Разбираться в лекарствах. Читать почерк.
Именно. Вот. И, значит, я подхожу, он говорит, совершенно я не понимаю. Три аптеки обошел. Три аптеки. Кошмар. Собственно, лекарства так и не купил. Оно и видно. В общем, сегодня день почерка. Поздравляем. Рукописями 16 и 20 веков на тематической выставке событий отмечают в Национальной библиотеке. Об этом мы и расскажем в сюжете. В том, что почерк каждого человека уникален, сомнений быть не может. Графологи даже называют его искусством. Красиво выводить буквы люди умели еще в древние времена. Выставка «Искусство ручного письма», сотканная из архивов Национальной библиотеки, объединяет шедевральные произведения, выполненные различными шрифтами средневековых каллиграфов. Глаголица, первый славянский алфавит, письма на кириллице, греческом, еврейском, армянском, китайском, арабском языках. Это документ времен правления Штефана Челмари. Речь идет о грамоте, написанной на пергаменте. На ней печать господаря. Документ датируется 1479 годом. Особую значимость представляет и Елисаветградское Евангелие, написанное в конце 16-го, начале 17 века в мастерской молдавского митрополита, но обнаруженное лишь в 19 столетии. Не менее ценный труд архиерейского слуги. Он написан на трех языках – славянском, греческом и румынском. В те времена шариковая ручка еще изобретена не была, и все записи делали пером. Латиница лате, пропорция и гармония элементы лорентро литера. При использовании широкого пера пропорция и гармония элементов каждой буквы зависит от того, как держишь инструмент в руках. Если же взять в руки перо другого типа, нужно знать конструкцию каждой буквы. Каков будет рисунок буквы А, Б, В. Казалось бы, перо и красивый почерк – все это не столь актуально в наш компьютерный век. Но реальность доказывает обратное. Молодое поколение заинтересовано в каллиграфии. Алена Челак, студентка технического университета, представила на выставке свою работу «Английский алфавит в готическом стиле цвета индиго». Это достаточно кропотливый процесс. Не всегда получаются такие четкие линии, так как я всего лишь учусь этому делу, и рука иногда дрожит. От гаджетов нам уже, понятное дело, никуда не деться. Но машинное письмо никогда не заменит ручное. Ведь именно ручное развивает мышление, помогает мозгу дольше оставаться молодым. И, быть может, через пару лет, устав от звука клавиатуры, мы вновь возьмем блокнот и карандаш и начнем выводить красивые буквы. Она начала работать фотомоделью, когда ей было 14 лет, а в возрасте 18 лет она получила роль Келли Кэпвелл в мыльной опере «Санта-Барбара». В кино дебютировала в фильме «Полиция нравов Голливуда». Ну а настоящая известность этой актрисе принесла роль в фильме «Форрест Гамп», в котором она была партнершей Тома Хэнкса. Робин Гейл Райт, американская актриса кино и телевидения. В 2013 году Райт была номинирована на премию Эмми, удостоена премии «Золотой глобус» за роль в телесериале «Карточный домик». Сегодня расскажем о ее счастливом случае. Удивительное дело, больше 30 лет прошло, а ее так до сих пор и помнят как юную красотку Келли Кэпвелл из сериала «Санта-Барбара». Еще бы, вся наша страна тогда смотрела, не отрываясь. Привет, папа! Привет! Ты в порядке? Да, конечно. Собираюсь спать. Потом была принцесса-невеста, Форрест Гамп, она прекрасна, белый олеандр. Все это Робин Райт, нежная блондинка и обладательница удивительной судьбы, которая словно доказывает женщинам всего мира. После 40 жизнь только начинается. Только представьте себе, 60-е годы, самый традиционный американский штат Техас. Папа работает в фармацевтической фирме, мама трудится менеджером в косметической компании. Жили вот в таком типичном для Америки домике городского типа. И спальня Робин размещалась на втором этаже. В общем-то, это была спокойная, безмятежная, размеренная жизнь, пока в повседневность не ворвалось это незнакомое прежде детям слово «развод». Помню, как папа плакал, когда мама посадила нас за братом в машину. Плакал, провожая нас. Через 13 лет я в разговоре с мамой вспомнила этот эпизод, а она очень удивилась. Она не помнит слез и вообще все помнит иначе, как решительное освобождение и уход от прошлого. Она помнит, что мы попрощались и уехали. Не знаю, может, это детское сознание приписало отцу слезы. На самом деле, мои слезы.
Пришлось переехать в район победнее, сменить хорошую частную школу на простую государственную. Когда Робин исполнилось 14, мать поставила их с братом перед фактом. Теперь и вы будете приносить в дом копеечку. Пользуясь былыми связями в мире моды и красоты, мать нашла детям первые работы. Так брат Робин стал помощником фотографа, а сама она начинающей моделью. Внезапно девочка из сельскохозяйственного Техаса, которая в жизни даже из штата не выезжала, оказалась в циничном мире гламура, где ей командовали фотографы, визажисты и стилисты. Начались первые выезды в столицы творческой жизни Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Работая моделью, я никогда не чувствовала себя хорошо. Представьте себе, вы сидите в комнате, где еще 20 таких же девушек, и вдруг заходит кто-то и говорит: «Вот ты красивее, чем Робин, заходи». И в 15 лет довольно непросто осознать, что эти люди просто пользуются твоей красотой. В один вечер, возвращаясь после съемок по ночному заснеженному Нью-Йорку, она тяжело заболела. Температура поднялась до 40 градусов, а дома некому было даже чашку чая налить. Единственное, что я поняла в тот страшный миг, это что нельзя сдаваться. Никогда нельзя сдаваться, как бы ни было тяжело. Тяжело болея дома от переутомления, она словно в бреду услышала по радио объявление. Набирали модели для съемок в какой-то мыльной опере. Она пообещала себе: два дня на поправку и бегу на этот кастинг. Кто мог знать, что так выглядел счастливый случай Робин Райт. Питер, я не хочу думать об этом. Эти мысли разбивают мне сердце. Ведь модель тогда искали для нового сериала «Санта-Барбара», одной из самых успешных теленовел 80-х. Съемки растянулись на долгие 4 года. И внезапно сделали малышку Робин молодой актрисой с армиями поклонников по всему миру. В России она тогда очаровала всех. Конечно, я не предполагала, что будет такой успех. Никто из нас и не подозревал, во что все это выльется. И действительно, могло бы вылиться в невероятную карьеру, которая сделала провинциальную девушку королевой Голливуда. Ведь после «Санта-Барбары» Робин удалось вырваться в большое кино. Вначале была «Принцесса-невеста», потом и «Форрест Гамп», завоевавший целых 6 «Оскаров». Слышал, Балат? Беги, Форрест! Машину! Машину! Он уходит, скорей! Беги, Форрест! Беги! Однако дальше судьба распорядилась по-своему. Шел 94-й год. Встретив на съемках красавца Шона Пенна, Робин Райт влюбилась до беспамятства, быстро вышла замуж и родила 2 детей. И приняла неординарное для Голливуда решение – отодвинуть карьеру в сторону, ведь больше всего она на самом деле мечтала о полной семье. В те годы она отказалась от шикарных ролей в фильмах «Робин Гуд», «Принц воров», «Бэтмен навсегда», «Сабрина», «Английский пациент». Почти 20 лет Робин Райт провела в забвении, но и в материнском счастье. Просто оно, в отличие от славы, любит тишину. Клэр, ты не позвонил? Я хотел. Ты не позвонил мне, Фрэнсис? 9 часов, а ты мне не позвонил. Тем более, что это так важно. Ты права. Когда это мы сторонились друг друга? Роль жены президента Америки Клэр Андервуд вновь сделала красавицу Робин Райт суперзвездой. Только на этот раз в 50 с лишним. Эта женщина умна, сексуальна, неотразима. У нее бойфренд на 15 лет моложе, и она снова блещет в большом кино. А ее удивительная история – просто напоминание. Иногда мудрость, появившаяся в наших глазах, и морщинки от смеха и слез – это и есть самый главный счастливый случай. Короткая реклама на нашем канале. Да, пришло время паузы, немного передохнуть и вам от нас, и нам от вас. При всей нашей любви, и при том, что мы вас как бы не видим, хотя, к сожалению. При всем том, что вы, дорогие, горячо любимые. Пора продавать билеты на нашу программу. Потому что вот, ну реально было бы здорово, если бы вот с этой стороны сидело огромное количество зрителей. И кто-то бы кидался игрушком от яблока. Ой, кстати, вот если еще и помидоры с яйцами раздавать. Ты что, тут бы такой завес начался. Это правда. Отрабатывайте удары, а мы скоро вернемся. Генеральный спонсор показа «Нескафе». Новое утро. Новый кофе «Нескафе Классик». Теперь с молотой арабикой. Богатый аромат. Новый вкус пробуждает все ваши чувства каждое утро. Раскройте все богатство вкуса и аромата нового Nescafé Classic. Теперь с молотой арабикой.
Данный материал содержит элементы рекламы. Наши коллеги продолжают свое путешествие по великой необъятной России. Пытаются ее объять хоть как-то. Поэтому сейчас они движутся в сторону Татарстана. Да, и на этот раз мы вместе с ними побывали еще в одном музее и еще в одном интересном месте. Целый музей чая. Откуда в Татарстане такая сильная к нему любовь? Огромнейшая любовь к чаю возникла в силу того, что татары долгое время, практически до 20 века, не употребляли алкогольную продукцию. Поэтому нужно было что-то пить. А так как, допустим, та же водочка и так далее является моментом объединяющим, да, через который можно поговорить на общие интересы, найти там родственные души и так далее, то у татар именно этим продуктом является чай. Через чай раскрываются всякие потаенные секреты душевные, через чай можно договориться о каких-то бизнес-проектах нынче и так далее. То есть это тот же продукт, который нас всех объединяет. Татары являются хитрыми людьми, да, хитрый татарин, поэтому весь хитрый чай есть у нас в музее, и о нем мы обязательно расскажем, покажем, дадим попробовать обязательно. Но я так понимаю, что вы тоже человек непростой. Да, человек я бриллиантовый, зовут меня Алмаз, отсюда бриллиант, даймонд, кому как удобно, поэтому все вот эти вот сливки, скажем так, выжимки хитрости, все у меня есть. Я решил просто не пить алкогольную продукцию, как истинный татарин, и начал знакомиться с чаями, ничего понимать не могу, вообще я мая не понимаю. Пошел к чайным людям, они рассказывают там про чай, достают какие-то пуэры. Я пришел к людям, которые сели вот так в кружочек, да, там с волосами, с дредами все такие, да, и человек говорит, я сейчас принесу вот этот шэм-пуэр, которому там невероятное количество лет. Я увидел вот эти дрожания людей с такими руками, там, сейчас судьи тут фарит, принес вот этот чай, знаешь, вот такой положил, там, заварили все там, о, сейчас этот лепесток, там, выпили и все, чуть не умерли в экстазе, да? Я пью вот эту пиалку и такой понимаю, думаю, фарит, нам кипяток, по-моему, давали в садике вкуснее на веранде. Да, и на что он мне сказал, Алмаз, ты просто не имеешь палитру вкусов. И вот, чтобы понять эту палитру вкусов, я как бы начал заниматься и увлекаться этими чаями. Чай изначально был лекарственным препаратом, который употребляли в качестве лекарства. А китайцы его использовали в качестве лекарства очень долго, они его высушивали, дробили, сушили, превращали в пыль, употребляли вместе с чайными лепестками. Чувак наш татарин, так, лежа под деревом, взял сначала один лепесток и начал творить с этим лепестком, вертеть его так и так, как ему удобно, заваривать, ферментировать. И до наших дней дошел изначально к татарам чай китайский. Чай вообще бывает сезонный, каждому сезону свой чай. Зеленый чай хорошо пить летом. Улуны, белые чаи хорошо пить летом, потому что они освежают, дают человеку насытиться вот этим всякими витаминами, кофеинами и так далее. А зимой хорошо пить черный чай, красный чай и так далее. Тот же пуэр, а тот же дяньхун чай. Ты какой чай любишь, скажи мне? Я черный предпочитаю. Черный, который черный, черный, который черный, черный, красный, который китайский, или который индийский, дарджилинг, или какой, или в пакетике ты любишь, так по-быстрому, раз-раз-раз-раз и побежал. Какой ты я люблю черный, чтобы там еще какие-нибудь добавочки были, какие-нибудь фруктики. Фруктики, да, красивые, главное, чтобы красненькая была, я понял. Вообще оказалось, что у татар существует своя особая чайная церемония. Знакомьтесь, это Гузель, мой главный учитель татарского чаепития. Сначала надо обязательно чайничек обдать кипятком. Это чтобы он согрелся. Это согрелся, да, чтобы он дольше сохранял. Чтобы у чая не было стресса. Скажем так. Молодец. Дальше. Чем больше заварки, тем лучше. Почему? Да, так сыпьте все тогда. Да, сыпь сегодня тоже не нужно. Но это же расточительно. Это будет расточительно, да. Но вот нужна золотая середина. Да. Настоящая татарская добавка – это матрюшка или душица, или ореган – это такое известное название, и тоже обязательно собирали сами, травы сушили. Летом вот во дворе растет, вот летом, да? Во дворе растет. Также мята. Как же уж без мяты, чтобы муж был спокойный и сильно не ругался. Да, пусть прям муж, да, прям совсем. Да, работает? Да, работает. Чтобы это. Ну и дальше уже заливаем кипяточек. Залили кипяточек и настаиваем этот чай. Пока чай настаивается, мы берем так называемый джимишлар. Что такое джимишлар? Это сухофрукты. Ну и чай пьют с молоком. А как вы думаете, что сначала, чай, молоко или молоко, чай? Да, вот это, ну, очень потому что вы вопрос. Уже взяли молоко, наверное, сначала молоко. Так вот, первые фарфоровые чашки были несовершенные. И поэтому, чтобы чашка не лопнула, сначала наливали холодное молоко, сверху уже горячий чай.
чай наливали ровно на донышке, на один глоток. И я буду наливать столько раз чай, сколько вы захотите выпить. Это высшая степень уважения, мне нетрудно за вами поухаживать. А русские, наверное, поначалу не понимали, что им так мало чая наливают. Да, что за неуважение такое? А и пахнет очень вкусно. А и пирогом пахнет. Зачем так вкусно приготовил Гузель? Старалась. Ой, ну понял. Зимой хочется укутаться потеплее, надеть уютный шерстяной свитер или связать длинный шерстяной шарф. Хотя шерсть можно использовать и куда более интересным способом. Сейчас покажу. Шерстяная живопись. Это кто ж такое придумал? Ой, я вам даже не скажу, кто такое придумал, но я думаю, это уже давно из поколения в поколение передается. Скорее всего, когда еще делали валенки, люди валяли, наверное, кто-то придумал разрисовывать и делать рисуночки. Из остатков шерсти, которая после валенок, да, осталась? Ну, наверное, скорее всего, когда научились шерсть красить, это и появилось. Научите меня такую красоту делать? Обязательно. Ну, мы сегодня с вами будем тоже рисовать зимний пейзаж со снежком. Я работаю вот таким методом отщипывания. Отщипываю прядочки и вот такую тоненькую паутинку раскладываю по фону. То есть наша задача сейчас с вами... Закрасить небо. Закрасить небо, да. Были бы у нас краски и кисти, мы бы это сделали красками. Вот таким вот образом, чтобы не было резких переходов. То есть смягчить нам нужно. То есть вот как краски мы мешаем, то же самое здесь. Практически вот перед нами палитра, и мы тут смешиваем несколько тонов, выбирая для себя тот самый цвет, который нам нужен. Это точно. А как это все пушисто и воздушно, и как будто бы сразу реально. Да. Согласитесь, приятно работать. Очень, да? Правда, я вас понимаю. Что вы чувствуете, когда вы это делаете? Я чувствую расслабление, да? И меня это очень успокаивает. Вот так спокойно, тепло и уютно выкладываем шерсть. Слой за слоем, цвет за цветом. Пока, как по какому-то волшебству, не начинает проявляться наша картина. И тут уже чувствуешь себя истинным художником. Марин, как вам кажется, женщина должна быть рукодельницей? Ну, на самом деле, я считаю, что это необходимо. Ну, потому что, во-первых, это раскрывает ее женское начало. Она становится более женственной, я бы сказала, мягче, более уравновешенной. То есть она меньше раздражается. Это успокаивает. Чего не хватает сейчас многим женщинам. Это правда. Но сейчас мир такой, женщинам сложно вот так взять, посвятить себе время, заняться живописью из шерсти. Как вернуть и найти в себе вот ту рукодельницу еще с тех времен? Ну, наверное, у меня просто не такой ритм жизни. То есть более спокойный, чем, скажем, у вас. Поэтому... В итоге все, в общем, от выбора зависит, да? Если да, ты... конечно. Смотря что ты выбираешь, да? Да. Ой, красиво как! Волшебство. Ага, она прям сразу стала такая... Проявилась. Какая настоящая. Татарстан даже в мороз согреет вас своим гостеприимством. Здесь кормят вкусно и сытно, а поят с уважением и любовью. Здесь шерстью пишут картины, а на льду зажигают звезды. Здесь победы, результат кропотливой работы и истинной любви. Это я забираю с собой. Понимаю, почему они целый день тренируются, пока полдня только одеться нужно. А, не на ту руку. Хорошо, что это не для ноги. Хотя бы догадалась, что для руки. Уже устала. Ребята, а так, сейчас попробуем по-другому. Ой. Так, что-то не хватает. А, клюшка же еще. Ну все. А, и коньки же еще. И
И снова прекрасного вам вторника, наши дорогие, горячо любимые. Да, в чем особенность вторника и почему я это подчеркнул? Потому что, как гласят специалисты, вторник тяжелее, чем понедельник. И именно во вторник, приползая домой с работы, вы будете спать особенно крепко. Хочется примагнититься ухом к подушке именно и не отрываться от нее. Но вот чтобы ваш этот сон был намного приятнее, вот для этого вам нужны те вещи, которые сегодня к нам любезно привезла Антонина из компании Топшоп. Доброе утро. Антонина. И ее подушки. Я Антонина и ее подушки. Хорошо, молодец. Я вижу тут знакомые для себя вещи. Вот усторожил телеканал... Подушки и одеяло? Это знакомые каждому человеку вещи. Усторожил телеканал РТР. Я помню, был год, когда вот нам подарили такие комплекты, и я балдею с этого пледа. Он очень мягенький, он чудесно стирается, он не впитывает запахи даже такого вонючки, как я. Шутка. И действительно очень приятно. Ой, круто. Здорово, что у всех теперь остальных есть возможность получить такие же приятные. Стои срочно докупай. У тебя такого комплекта еще нет. Сторожил. Скажите, что это? Почему это? И зачем это так красиво? Это подушка и плед. Нет, почему такое прекрасное сочетание цветов? Да, не только комплект, состоящий из подушки и пледика, сегодня проходит по акции, а также и одеяло от бренда Dormeo. Sleep Inspire его название. И я почему уже вторую неделю подряд прихожу со спальными вот такими вот принадлежностями? Почему? А дело в том, что сейчас в Топшопе проходит компания Dormeo White Night, по-моему, White Sleep, что-то такое. Я представитель компании, который забыл название. Бывает главное спать, что там есть слово ночь и слово сон. Нет, самое главное не это. Если есть слово сон, остальное все не важно. Самое главное, что по этой компании проходят много товаров от бренда Dormeo, и все они со скидкой большой, хорошей, выгодной. Вот что я запомнила. Я считаю, что это важнее. И для того, чтобы ознакомить вас с акцией, я начну с номера телефона 022-264-102. Это номер телефона, по которому вы, уважаемые телезрители, должны дозвониться прямо сейчас и приобрести либо подушечку с пледом, либо одеяло со скидкой. Значит, сегодня любой из этих комплектов для вас только за 499 лев, либо одеяло со скидкой 50% за 999 лев. Ух ты, класс. Так, и вот цена 2000. Прекрасно. Из чего состоит? Почему оно такое мягкое? Боже, это как будто бы пузико кролика трогать, либо котеночка пушистенького. Вот вы знаете, я вам скажу такую вещь. Вот определенные атрибуты, они меняют внутреннюю составляющую человека. Вот у меня вдруг в кармане находится розовый телефон. Я поэтому о подушечках могу сейчас говорить очень долго. Вот такая великолепная, неприкрытая сущность нежная. Абрикосового цвета. Посмотрите, прелесть какая. Или это не абрикосовый? Лимонный. Это спелый лимон. Скорее нет. Это горчичный, может быть? Просто для мужиков это желтый, понимаешь? Ну, понятно. Да. А сколько спектров, между прочим, оттенков? А это все дело в телефоне. И на самом деле цветовая гамма на этом не заканчивается. Звоните и узнавайте у консультантов. Цвета есть разные. Есть потемнее, есть светлее, благороднее. В общем, на любой вкус и цвет. Обратите внимание на то, что эти комплекты, они двусторонние. Видите, вот с этой стороны не просто белый, а вот такое вот еще и рифление, узорчик такой. Кстати, вот новогодний. Как будто бы вязаный свитерок. Морда лица на этой стороне спит прекрасно. Ой, я, здорово. Проверено. Мне нравится, что можно будет выложить, допустим, их на постельку красиво. И плед тоже двусторонний, правильно? То есть можно застелить белой стороной, а можно по настроению сейчас, застелить цветной. Давайте я все-таки на красном покажу, он мне привычнее. Хорошо. Понимаешь, у меня рефлексы сработают. Я сейчас пойду кушать и спать. Да, понимаю. Боже, как это мягко. Показываю. Давайте, пока Дмитрий открывает, я поправлю сама себя. Значит, у нас пледики и подушки, пледики в комплект, которые с подушкой входят, они разных размеров. И стоимость большого 799 лев. И стоимость поменьше, вот такого, который сейчас перед вами, 499 лев. Звоните консультантам, они расскажут вам, какие размеры, и подберут только для вас. И он при этом, он не слишком толстый, как некоторые пледы, под которыми слишком жарко. А вот так вот прикрыться, когда немножечко, чуть-чуть прохладненько. Бомба. Или можно его с собой возить на природу. Мне нравится в машине, чтобы у меня был плед, и когда я приезжаю на пикник, я им закручиваюсь. Не надо будет закручиваться и придерживать его, Дмитрий, вы догадались, да? Тут есть пимпочка. А зачем это? А, он становится двусторонним. Можно одевать на себя. Я рассказываю. С утра в Киеве
ее как-то попросил свою знакомую меня встретить. Угу. И она приходит, завернутая в плед. А почему бы и нет? Я вам скажу, они там не заморачиваются. Поэтому, если вы тоже не заморачиваетесь, и вам холодно, и не хочется носить тысячу разных курток, да. Можете просто завернуться в одеяло и пойти в народ. Действительно, пимпочка есть. Это говорит о том, что вы можете дома, сидя за компьютером, допустим, да, либо читая книгу, когда активность, имею в виду, сниженная, когда стынет кровь в жилах, можно вот так вот закинуться, закутаться. Да-да-да. И... А я, знаете, когда думала, что рассказать об этих пледах и подушках, и что для себя вот выделила и решила. Это, знаете, это идеальный вариант в том случае, когда вы приглашены на день рождения к человеку, у которого есть все. Или мужчине. Вот мужчине подобрать подарок – это просто пытка, правда? О, да. Вот. Покупайте сейчас такой комплект. Я думаю, ни одного мужчину и вообще ни одного человека такой комплект не оставят равнодушным. Ой, женщины. Нет? Просто спросите у мужика, что он хочет. Ну, кстати, все, да. Все очень просто. Словами через рот обычно работает с любым полом. Идеально. Да, да. Но, в принципе, если для вас это сложный вариант, тогда, пожалуйста, вот просто вот берете такую штуку, они, правда, очень приятные. Хватит держать меня за крыло, пожалуйста. А, это крылья. Это уже крылья. Пока Денис машет крыльями, я напоминаю, что стоимость вот такого удовольствия, пледик и подушечка за 499 лев, это пледик, который поменьше, чуть-чуть побольше, будет стоить 799 лев. Со скидкой 50%. Я бы хотела сейчас перейти к одеялу. Маленькая ремарочка, просто это правда очень важно выяснить для нас, Таис. У нас в Молдове остаются вороны, воробьи, очень редко лебеди. Выбирай сама. Я буду ворона, ладно. Кто ты, птичка наша? Так, да, переходим к одеялу. Что там с пледом? Времени остается мало. Кстати, да, звоните, если хотите сделать свой выбор. Я настоятельно рекомендую, потому что супер тепло. В студии сегодня прохладно, а мне вот как-то уже и не очень, уже хорошо. В плед завернутый можно, так я все программы буду вести? Я разрешаю. Значит, следующий товар, который сегодня проходит по акции, это одеяло от бренда Dormeo Sleep Inspire. Это одеяло двойное. Если помните, если вы смотрите всегда, не пропускайте ни один выпуск, я такое подобное одеяло, не совсем такое, приносила в прошлый выпуск. Это те самые, которые это те, которые защелкивают. Стоп, уроним подушку. Так, это которые защелкиваются, да. А можно разделить, и будут два отдельных тоненьких одеяла. Вот, смотрите, тут есть кнопочка. Сейчас я, оп. И видите, у вас два отдельных одеяла. Очень удобно. А так на кнопочке скрепили, засунули в пододеяльник, и у вас полноценное зимнее одеяло. Очень удобно. Естественно, одеяло наше дышащее, гипоаллергенное. Его можно стирать в машинке стиральной, что избавляет вас от необходимости бежать в химчистку, тратить деньги и время. А размер? Цвет приятный. Размер. Такое одеяло представлено только в одном размере. 200 на 200 сантиметров. Отлично. Это большое, двуспальное. Да. Полноценное одеяло, которое Семье. Если вы спите в гордом одиночестве, то одну половину подложили под себя, вторую укрылись. А вторую обняли. Шикарный вариант, да. Так, Тоня, сколько стоит это одеяло? Действительно, это двойной вариант, который удобен для того, чтобы внутрь паковать плед одеяла, использовать его по отдельности. Очень, кстати, такая комбинируемая штука. Такое одеяло 999 лев, это его стоимость уже со скидкой. Так-то одеяло стоит у нас 1999 лев. Если вы недавно выбирали одеяло себе, то вы понимаете, что это очень хорошая цена. Это правда. И при этом оно очень симпатичное. Ну что же. Так что налетай, не скупись, покупай и одеись. Вот именно. Да, одевайтесь, укрывайтесь и будьте счастливы. А мы будем продолжать наше утро. Все так. Ну все, прекрасное, далеко, не будь ко мне жестоко, я говорю о сегодняшнем вторнике, который маячит на горизонте. Ага. Ну, судя по тому, как этот день начался, знаешь ли, оно к тебе жестоко было еще вчера. В общем, прекрасное на этом будем утро. С вами прощаться. Этот день вы начинали вместе с Таисой Разумовской. И Дмитрием Спиваковым, а еще нам бодрости и оптимизма задавал Нескафе Классик. Будем желать вам прекрасного дня в продолжении, легкого вторника, несмотря ни на что. Удачи на работе, любви, счастья, здоровья, денег, все, что было у вас хорошо сегодня. И главное, чтобы вы завтра в это же время, в 7 утра, приходили к нам на телеканал РТР Молдова. Мы тут будем с Димой вас радовать, так что до встречи в эфире завтра. Ну, насчет радовать не уверен. Ладно, хорошего дня, до встречи. Пока-пока. Данный материал содержит элементы рекламы. Генеральный спонсор показа – Nescafé.